Ильстроевском районе по адресу Гвардейская, 26, начал работу еще один центр поддержки участников специальной военной операции. Это подразделение межрегионального проекта «Гражданская инициатива «Дыхание Родины». Теперь жители города могут обратиться и сюда. Сегодня у нас, так скажем, официально такая дата открытия нашего волонтерского центра. Приглашаю всех желающих, кто хочет внести свою лепту в нашу победу. Любым рукам мы будем рады. В числе первых, передавших в центр собранную неравнодушными гуманитарную помощь, представители Нижнетагильского филиала профсоюза железнодорожников. На фронт должны отправиться продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости. С этим центром мы связались и, во-первых, знакомы с Михаилом Ивановичем Карповым. Во-вторых, железнодорожные предприятия, они находятся, базируются в Тагилстроевском районе, и наиболее близкое место удачное расположение. Также в планах пошив белья, одежды, изготовление снаряжения, плетение маскировочных сетей. Необходимые для этого оборудование и инвентарь имеются. Есть уверенность, что не возникнет проблем и с материалами. Совет ветеранов органов власти и Общественная палата. Мы работаем в городе по оказанию благотворительной помощи нашим участникам СВО. Познакомившись с этой организацией, мы решили, что действительно будем с ними совместно работать. Помещение на Гвардейской, 26, волонтерам на безвозмездной основе предоставила администрация Нижнего Тагила. Она же взяла на себя оплату коммунальных услуг.